Добрый день, поважанные сябры! Сегодня я расскажу вам про белорусский футбол. Тяжело рассказывать про то, чего не существует, но все-таки я постараюсь. Домашним стадионом национальной сборной Беларуси по футболу является стадион «Динамо». Как говорится, какой стадион, такая и сборная. Сборная Беларуси по футболу – самая добрая сборная в мире. Только мы позволяем забивать голы в свои ворота сантехнику из Люксембурга и бармену из Андорры. В футбольном плане Беларусь очень похожа на Бразилию. У нас тоже пацаны хотят хорошо научиться играть в футбол, чтобы потом свалить туда, где больше платят. Самым именитым белорусским футболистом является Александр Глеб, который с 2008 по 2011 годы играл в испанской Барселоне. Александр с удовольствием любит вспоминать то время, играя на компьютере FIFA. Там он тоже покупает себя в Барселону и ставит в запас. Кстати, все белорусские спортсмены, играющие в иностранных клубах, очень похожи на бабушек возле подъездов. Они тоже любят сидеть на лавочках и обсуждать пробегающих мимо соперников. Друзья, я думаю, вы меня простите за предыдущий текст, но это был крик души белорусского футбольного болельщика. Однако, вы знаете, есть у нас и своя маленькая футбольная гордость. Знаменитый клуб «Батэ» из Борисова. Дорогие друзья, сегодня «Батэ» играет с итальянской «Ромой», и вся Беларусь просто прильнула к телевизорам для того, чтобы поболеть за родную команду. Давайте пообщаемся с болельщиками. «Батэ»! «Батэ» играет по схеме 5-2-1. А как вы считаете, схема подходит команде? Ну, нормальная схема. Тренеру виднее, наверное. А ничего, что в схеме 5-2-1 8 человек на поле. Чего вы ждете от сегодняшнего матча? Че, победы ждем? Это ж, ребята, если выиграют, первый раз же в истории у нас попадут в 1/8 Лиги Чемпионов. 8 получается. Ребят, мы снимаем репортаж для украинского телевидения. Ваши пожелания сборной Украине на чемпионате Европы по футболу? Ну, ребята, молодцы, ну вышли, в отличие от наших, вышли, молодцы. Будем болеть, удачи. Будем болеть. Мы ж с украинцами больше. братья, вот, желтый, синий, самый сильный. Ребят. Не пейте, ребят. Ни в коем случае, не надо. Ну, серьезно. Ну что, ну, в 1/4 пройдите, ребята, что все хорошо. Дорогие друзья, борисовский «Батэ» сыграл в ничью с итальянской «Ромой», но, к сожалению, не прошел дальше. Мы будем верить в нашу команду и болеть за нее. До новых встреч. С новостями из Минска с вами был Виктор Кучинский.